Всем привет, с вами Ольга Чернова. Сегодня 30 апреля, у нас на улице очень холодно, 3-4 градуса, ночью будет минус 2. Но капусту я уже распикировала на улицу, и я за нее не боюсь. Капуста — это единственное, кто радуется вот такой прохладной погоде. И такая вот погодка прохладненькая, самое хорошее время для высаживания капусты в открытый грунт для пикировки. Зная, что будет похолодание, я вот вчера с теплицы еще одну партию высадила. В такую погоду она как раз не болеет, она очень хорошо приживется. И если даже будет мороз ночью минус 1, минус 2, ей ничего не случится. Если у вас капуста на улице, не бойтесь, мороз она переносит до минус 5. У нее листики будут даже прозрачные, может быть, прикроются снегом, инеем покроются. Выглянет солнышко, она оттает и снова начнет расти. Так что капуста холод переносит. Вот у нас идет холодный фронт, штормовое предупреждение. Но я сегодня вышла, чтобы довысаживать капусту. Лучше такая погода, чем когда плюс 30 было, она бы вся умерла. Она сразу ее, когда в жару высаживаешь, она вянет, у нее все засыхает. А сейчас она хорошо себя чувствует. Я вот маленькие высаживала, даже два листика уже выросло. Вот этот маленький видеоролик я вам показала для того, чтобы убедить вас, что капуста холода не боится. Вот у меня на улице она не прикрытая. Она так будет стоять все это время. Все, до свидания.